Від усього, що відбувається на сцені, перехоплює подих у цього звичайного хлопця з Маріуполя. Те воліо пе! Щоб бути співаком не так просто, як показують по телевізору, 23-річний Олексій зрозумів вже дуже давно. Прийшов в школу, одразу мене як представили, як парня, який вчиться в музикальній школі. А парні почали задиратися, навіть хотіли побити всім класом. Це продовжалось до тих пор, поки я не дав відпору все. Я, звісно, отримав відповідь, і хорошо, але зато потім мене не трогали. Лише тут, на наймасштабнішому співочому шоу України, серед таких, як і він, Олексій нарешті почувається на своєму місці. Видержу я це, не видержу. Не знаю. Я знаю одне, я сюди хочу. Все. Олексій, привіт. Hello. Иди к нам поближе. Как тут прикольно. Да. Здрасте. Мы рады тебя видеть. Я вас тоже, это взаимно. Чем ты занимаешься, что делаешь, расскажи. Пою. Занимаюсь музыкой, пишу песни, учусь, живу музыкой. Это твоя жизнь, да? Естественно, да, без этого как бы... Как без воздуха? Да, я бы здесь, собственно, и не был, наверное. Если бы что? Если бы я не хотел этого так сильно. Но это замечательно, что ты хочешь этого так сильно. Поэтому это вселяет в меня надежду, что сейчас ты сделаешь все хорошо. Постараюсь. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Собственно говоря, я хотел бы исполнить песню из репертуара группы 30 Seconds to Mars. Песня называется The Kill. Давайте. Как по мне, так вообще это что-то запредельное.
Алексей, спасибо вам. Поете вы замечательно, голос хороший, все звучит. Ну, может быть, песню выбрали не ту, я не могу это слушать. Громко, шумно, крикливо местами. И у вас есть данные, но я пока не могу вам. Подумай, что, Сереж, подумай. Сереж, подумай, будь ласково. Серега, что скажешь? Мне тоже не понравился выбор песни. Вот, считаю, что это не твоя песня. Мне не нравится твой имидж. Артиста в тебе я не увидел. Не увидел артиста в мою категорию. Не увидел артиста для этого сезона. Поэтому нет. Хорошо, спасибо. Ти талановитий, я не знаю. Закопувати талановитого – це якось закопувати живого. Ну, Серега не хоче в цьому сезоні мати категорію хлопці. Його проблеми. Ну, не проблеми, а його бажання. Він поважна людина. Ну, і не буде у нього хлопця, якщо він не хоче таких хлопців мати. А з такими хлопцями цікаво, на мій погляд. Давайте подытожим. Соседов сказал нет? Нет, еще ничего не сказал. Кстати, он ничего не сказал. Так а зачем ты говорил? Но я... Это? Нет, я... Не, ну зачем? Вин оговорил. Ну я... Подождите. Давай сразу ты определись. Ну хорошо, хорошо, я скажу нет. Ну так вот. Четко нет. Игорь. Ні, скажи. Я кажу однозначно, да, я не знаю. Конечно. Я не зможу, мабуть, змінити думку з Серег. Ну, я кажу, да, однозначно. Іра. Ты знаешь, для меня было что-то магическое такое, я замерла. И как-то, я не знаю, мне кажется, если меня покажет в этот момент, вот то, что у меня творилось на лице, я даже не буду на это смотреть, потому что это, наверное, будет что-то странное очень. И я, конечно же, говорю тебе «да», и я Сереж. Сережечки, пожалуйста, я умоляю, хотя бы кто-нибудь скажите «да». Сережа, пожалуйста. Ну, пожалуйста, Сережа. Ну, надо взять, ну, правда, хороший мальчик. Я свое решение менять не буду. Мне все-таки кажется, что он... Но вы же не такой твердолобый. Ну, пожалуйста. Ладно, друзья. Это тот самый случай, когда вариант пограничный. Можно брать, можно не взять. Давайте я скажу тоже «да». Вам будет очень трудно, понимаете, вы вот на грани туда-сюда, вот понимаете, вот упасть и устоять, вот пропасть, упасть, устоять, упасть, вот сейчас вы устояли, да, вот устояли, Соседов, но это устоять ты на грани. Будет это очень трудно. Это ты никак трудно. Не можешь устоять в своем решении, сначала ты 5 минут говоришь против, потом ты все-таки говоришь я за, сказал, меняешь что свое решение. Не говори ерунды, я никогда не меняю своих решений. Нужно говорить мало, но по существу. Это пограничный вариант, я могу сказать нейтрально. Понимаешь? Потому что будем забирать микрофон. У тебя 3 да, ты проходишь, тикай, у тебя 3 так. Иди здесь. Все, до встречи. Я могу дать 0, понимаете, вот 0, и будет 3 голоса. А то сразу придумают, все. Ты просто болтун. Все, 3 так. Нейтральный. Боже, что происходит? Все, ладно. Нужно вовремя уходить, спасибо. І поки Олексій ділиться незабутніми враженнями з рідними, у залі стає остаточно зрозуміло. Про мир та одностайність між суддівською четвіркою вже не може бути й мови. Він не без таланту. Ні, він дуже талантливий чоловік. Він не постіснявся бути іскренним при... По-моєму, ми уговорюємо Серегу, який йому не вірить. Ви не Серегу уговорюєте, ви совість свою уговорюєте.